Всем привет-привет и отдельный привет Инне. Это для нее привет от ее малышей, тигриков. Вот такие мордочки. Сейчас немножко пересадили в чуть больше объем. Тигры не очень любят резкие смены, перемены в литраже. И поэтому мы делаем немножечко потихонечку все это, спокойненько, не торопясь. Вот сейчас они находятся вот в таком контейнере с хорошим дном. И вот такие у нас ракушки. Вот сегодня можно наблюдать, что они темноножки. Вот такие я уж потревожу. Маме надо привет передать. Пусть мама на нас смотрит, любуется. Здесь вот прям такой прирост светлый прямо у этого ребенка. Вот такой вот он. Эти два темненьких с темными полосами, с розовым отливом. Все как полагается. И вот этот вот ребенок просто шикарный. Вот такой вот. Не забываем, что апексы у всех абсолютно тигриков. Грубо так скажем, потертые. Это нормально. Ну, вот такие ребята. Такой небольшой привет. Сейчас чуть-чуть подожду, может быть, на еду выползут. И немножко еще вам покажу, сниму, как они выглядят. Вот такие. Вот цвет прибавила и немножко другой цвет ножки. Все зависит от света и от времени. Вот этот прямо и ракушка светлая, и ножка светлая. Такой полосатый весь зигзаг на ракушке. А этот вот темный. Вот так вот, ребятки. Потревожила, ушел, обиделся. Не пошел есть морковку. Иди кушай морковку, не прячься. Давай, не обижайся. И ты иди кушай. Мама такая приставучая. Сейчас. Вот. Вот такие вот они. Мордахи тигрячие. Ну, этот на мох идет и все, обиделся. Обиделся. Вот они высохли. Вот такие у нас гладенькие, без изменений, ракушечки. Так что, Инна, ждем тепла. По прогнозам, буквально в конце этой уже недели будет плюс ночью. Так что немножечко осталось. Чуть-чуть потерпеть. И эти троица поедет к вам. Ну, так, вкратце. Пока-пока.